cape. Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Приветствую вас в 27-м уроке видеокурса «Уникальные виджеты Adobe Muse». В этом уроке я вам хочу показать просто эксклюзивный виджет, который позволяет любой картинке делать вот такой эффект, как будто Париж. И с моей картинкой получается, что как будто бы призрак, да? Причем, когда картинка возвышается, видно, что под ней тень также уменьшается и увеличивается, когда картинка опускается. Ну и, соответственно, цвет тени можно также задать свой. Очень интересный виджет. Давайте перейдем в Adobe Muse и посмотрим настройки данного виджета. Итак, давайте посмотрим настройки. У нас тут настроечек-то особо нет. Сразу добавляем изображение. Дальше у нас идет цвет тени. В принципе, давайте оставим серый как есть. И вот эта последняя опция, это у нас вот это вот возвышение, то есть парение. Чем выше вот это значение, тем выше будет подниматься ваша фотография. Только учтите, здесь, если резко много прибавить, она может стоять на месте. То есть, например, если поставить там 50, нужно будет вот за этот ползуночек вверх-вниз двигать, чтобы это сработало. Не знаю, почему так. Ну, давайте вот попробуем. Вот видите, я загрузил. И ничего не происходит. Здесь нужно смотреть на ваше изображение. Возможно, просто изображение некуда подняться, потому что оно у меня достаточно высокое. Прямо на глаз поднимайте изображение и смотрите. Если эффект есть, вот сейчас есть эффект, но немножко изображение, видите, обрезается снизу. Поэтому здесь нужно еще немножко поднимать и смотреть. В общем, не знаю, почему так. Вот я сейчас поднял, вроде бы, казалось бы, ему место есть, чтобы подниматься, а изображение стоит на месте. Но есть такой нюанс, здесь нужно вот играться именно вот, с этим показателем. То есть именно с высотой самого виджета нужно играться. Вот у меня получилось, видите, я высоко поднимаюсь, я выставил 20. То есть вот этот параметр у меня был 20. В общем, надо смотреть. Меняйте здесь параметр, играйтесь вот этими маркировочками, увеличивая высоту самой области. Вот сейчас при 20 у меня, видите, опять получилось. Как будто бы парит призрак. Вот и все, в принципе, об этом виджете. На этом я заканчиваю данный видеоурок и увидимся с вами в следующем.